Чё ты орёшь? Слышь, совсем сдурел, что ли? Вообще ненормальный какой-то. Капец, блин. Вообще, я всплываю. Совсем... Прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы вместе с Леской и Нубиком сидели в нашем просто непробиваемом бункере, и в один момент мне в компьютер начали приходить непонятные сообщения, якобы Шеди, Леска, бегите! Прямо сейчас надвигается на вас огромное цунами, если вы не построите себе базы, то просто от вашей базы ничего не останется. Я думал, что это просто какой-то прикол, однако, когда мы потом вылезли наружу, мы нашли непонятные таблички, на которых было написано, а что было написано? Друзья, вы узнаете, как только посмотрите этот ролик. Но ты прямо сейчас пиши в комментариях цифру 1, 2 или 3, из какого блока ты бы построил себе базу против цунами. И, кстати, было написано, что цунами будет прям максимально неожиданным, которого никогда не было. Что ж там такое может быть? Короче говоря, увидим с вами в любом случае. А также те, кто из вас еще не подписан на канал, не стесняйтесь и нажимайте на красную кнопку подписаться, делайте ее серого цвета и не забудьте сделать то же самое на канале Лески. И обязательно не забудьте поставить свой царский лайк. Но теперь устраивайтесь поудобнее, готовьте свои блоки, мы начинаем. Приятного тебе просмотра. Что? Что это за сообщение мне постоянно приходит? Какой еще цунами? Вы издеваетесь, что ли? Сколько можно? Сидел спокойно в Майнкрафт играл. Что за фигня вообще происходит? Надо Леске пойти рассказать. И Нубику. Леска! Леска! Что там, Шедик, раскричался? Заперись в своих комнатах, там, не знаю, на унитазе, что ли, совсем? Да я... Каком унитазе еще? Так, чё кричишь, ё-моё? Ой, чё с тобой? А ты чё, какой чемодан на ножках? Ты совсем, что ли, Майнкрафт переиграла? Ты посмотри на себя, у тебя голова... Голова, труба, тело, круг какой-то, овал квадратный, я не знаю. Мне, короче, на комп начали приходить непонятные сообщения, что якобы на нас идет цунами, мы должны скорее пойти что-то строить там, я не знаю, что делать, вообще не понимаю. Нубик, сколько кричать можно? Ё-моё, с ним ты что-то... Ты что, унитаз-то прикрутил сюда? Ты что, совсем что уже? Нубик, ты совсем сдурел, что ты зачем унитаз? Как в туалет ходить будем? То, что мы теперь вот именно к тебе все в туалет будем ходить. Ты что сделал-то с унитазом? А что у тебя с руками-то? У тебя какие-то руки квадратные стали. Короче, пойдемте на улицу, поднимемся, посмотрим, что на улице. У меня в прошлый раз на галерее. Я тебя вообще не видела, не придумывай. Какого, Нубик, что ты несешь? Все, хорош, мы и так тут все это, какие-то непонятные стали. Что ты, что я, что Леска? Вот именно, фигня какая-то. О, так, Нубик, иди-ка записки читай, смотри. Тут что-то поставили нам непонятно. Давай вылезай, скорее всего, оттуда. Давай, за люк зацепись. Да нет никакого цунами. Там со своими руками вылезли. Вы должны построить каждый себе базу против цунами. В нашем бункере динами. Он взорвется в цунами. Нубик, что ты там какую-то фигню несешь? Рэпчик новый сочиняешь? Ты выглядишь, как будто у тебя руки, короче, вот так в сторону расставлены. Так, погодите, ничего не понял. Ты как пугало огородное. Какой динамит еще на нашей базе? Погодите, я нифига не понял. Мы эту базу строили капец как долго. Окей, подожди, ладно, окей. Раз уж на этой табличке так написано, давайте действительно попробуем, слушай, заодно и посоревнуемся. Взорвется все наше, считай, база. Давай. Нет, да. Реально надо. Так что делать. Погнали, давайте за нашими блоками. Берите все, что там у кого что есть. Хорошо, и хорошо. Посмотрим заодно, у кого лучше получится. Так что, Нубик, давай на все 200% выкладывайся и показывай, на что ты сегодня способен. Это сегодня очень важно, как бы. Так, раз, два, три. Давайте быстрее, только блоки хватайте, я вас на улице жду. Все, хватай. Там, видимо, что-то это. Так, Нубик, давай что, быстрее. На улице пока не чувствуется, не предвещает цунами. Так, все, пока, спокойно. Да, пока что все спокойно, ничего действительно никого не предвещает, и все, чики-пуки, так скажем, все. Сади. Все да. Нормально. Я вещи возьму, все, только. Да, давай, бери вещи. Так, Леска взяла, все, Леска поднимайся. Нубик, давай тоже поднимайся. Все, кстати, унитаз куда-то пропал. Все, я почти вылезла на улицу. Давай быстрее. Йо, смотри, как он долго вещи перетаскивает. Нубик, Леска, ты вообще жесть. Я не знаю, ты что? Давай, в смысле, а строиться ты как будешь? То он половину вещей оставил. Ну ладно, как хочешь. Какой потом? Ты лазить будешь 300 лет. Бери давай. Вот именно. Зачем? Он потом не найдет нас. Он потом нас не найдет просто. А если мы куда-то уйдем сейчас и далеко будем строить, ты чего? Вот именно. Нам смотри, нам вон в ту сторону. Короче, Нубик, я тебе подсказки оставил. Синие блоки на земле. Тебе, если что, в сторону этих блоков бежать. Надеюсь, то, что не потеряешься и разберешься. Вот, Лиск, смотри. Тут три площадки есть какие-то. Мы, видимо, тут будем соревноваться. Давай, давай, Нубик, хватай, хватай все, что там у тебя есть. А еде надо будет позаботиться. Площадку еще. Мне занимать, с какой стороны? Давай я самую дальнюю иду туда. Давай. Нубик, слушай, ты можешь еды взять, короче, понял? Зачем? Ну, еды есть хочется. Найдешь еду, окей? Тебе хочется кушать. Да. Нубик, серьезно тебе говорю, возьми еды, окей?
Мы что с Леской забыли, короче, еды там в сундуке подготовить, поэтому нам еда понадобится. Нубик, ты понял меня или нет? Да, понял. Все, окей, давай, на тебя очень сильно надеемся. Шейди можно не понять, а? Блин, ну как он меня с толку сбивает, это просто жесть какая-то, я не знаю. Леска, ты что в меди накопаешь, кстати? Да я что-то Нубика слушаю, я не могу сконцентрироваться. А у нас есть хачапури? Капец, у тебя просто голова соломинка торчит, короче. Ты какой-то маленький комбайн-трактор, короче, копаешь там, не знаю. А у вас есть хачапури по-бомжарски? Нет, Нубик, хватит всякую фигню нести, пожалуйста. Сосредоточься, у нас же цунами идет. Ну что такое? Ты сколько можно уже? Ты туда душу и поставила, ну ладно. Какой душ, Нубик, ты... А ты что ставишь куда? Ты же не вылез даже. Иди сюда, вон смотри, он по полю. Нубик, ты еды взял нам или нет? Боже мой, что? Ну возьми, пожалуйста, еды. Я тебе серьезно говорю, Нубик. Нубик, ты знаешь, сколько времени ты будешь расчищать от земли эту площадку? 300 лет, реально. Давай, Нубик, уже возьми еды, пожалуйста. Достань ее хоть откуда-нибудь, но возьми еды, пожалуйста. Сейчас, если без еды, мы все. В смысле, где? Она? Подумай, Нубик, головой подумай, да где можно еду взять. Где там? Есть, Нубик, у тебя еда есть. Там. Подумай просто внимательно, откуда ты можешь еду достать, как бы, если что, понимаешь? Нет? Все, давай, доставай, короче, еду, мы пока что тут строим. Нубик, на тебя вся надежда. Еда заканчивается, Нубик, неважно, догадайся, пожалуйста, где можно еды взять. У нас большой склад есть еды, откуда мы можем еды очень много брать. Помнишь, нам жители большой склад продали? И мы оттуда, как вообще, пипец, как в креативе практически. Там как в креативе еды много, Нубик, понимаешь? Нет, там капец как много всего. Если что, пусть строит, может, я тогда сейчас бегаю, сейчас я хотя бы фундамент. Да нет, Леска, пускай Нубик делает, реально, сучку фига. Нубик, ну ты нифига понять не можешь даже, пожалуйста, голос свой включи, я не знаю. Жители склад нам продали гигантский. Короче, ладно, потом все, потом. Придется все самому потом делать. Нифига, да Нубик допереть вообще нифига не может, у него нифига башка не варит уже. Ну оттуда, Нубик, опять ты все пропустил, не помнишь? 64 булдрока и 64 алмаза мы купили у жителей. Большой склад, там пипец еды прям очень много, короче, прям читерское количество еды. Ладно, неважно, короче, все, я строю бункер, главное особо не бегать, иначе у меня половина еды уже закончилась, знаете ли. У меня очень много еды закончилось, так что надо вообще не дышать, не пукать, ничего не делать, чтобы, видимо, еда совсем не кончалась. Так, и у меня тут даже блоки некуда девать. У меня просто земля и булыжник тут повсюду летают. Земля, и... да, подцепляется просто моментально. Да. Так, если сюда поставлю, сюда. Так, я думаю, пойдет. Все, я начал застраивать побыстрее уже. Так, тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Так, все, я хватаю тут все эти блоки. Кто какую базу-то будет строить? Я хочу большие окна сделать, такие красивые. Надеюсь, что стекло прочное. Нубик. И возвести колонны. Обычную вот базу такие. Квадратную. Какую обычную? В смысле? Ты что, офигел, что ли? Что офигел-то? Нубик, ты что такой грустный стал? Я не понял, моментально. Да потому что еды не могу достать. Ну ты, конечно, да. Ну, короче, Нубик, ты со своей головой не знаю. Только. Ну теперь понятно, почему ты в деревне Нубасосов ты живешь, Нубик. Потому что еды достать не можешь просто. Короче, строй, все, строй. Неважно, смотрите, я уже, кстати... Ой, ё-моё, почему у меня булыжник пошел? У меня булыжник пошел. Я уже себе минус первый этаж построил практически тем временем. Ты что, такой бункер будешь мощный делать? Что? Я большой буду делать, конечно. У нас соревнование идет. Кто лучше построит, тот как бы крутой чувак. Лучше в каком смысле? Красивее, как, ну, прочнее, в любом смысле, не знаю, интерьер, там по всем баллам будем оценивать. Я не знаю, посмотрим, у кого что из этого выйдет. Вот. И как бы давайте старайтесь, чтобы не только надежный был, но и он красивый, прикольный, классный, я не знаю. Ладно. Это самое главное как бы тоже. Так, ага, понятно, откуда мне все это летит. Потратила. Так, мне надо много-много мусора, всяких блоков ненужных, короче, выгребать с моей базы. Так, я сделаю сейчас здесь вот так, а здесь сломаю и сделаю проход с этой стороны двойной, наверное, то, чтобы красивенько все было. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, готово. Слушайте, у меня земли капец. Просто там валяется, за всей базе девать некуда просто. Сейчас я буду вываливать это все на улицу. Так, потому что оставлять это такое себе дело. Так, сюда. Так, у меня еды, 4 курочки остались, вы понимаете? Так, Нубик, я тебе тут мусора всякого накидаю немного на базу, ладно, ты же не против? Спасибо. Кстати, еды у меня вообще нет нисколько. У меня тоже, к сожалению, нет ничего. Так, короче, знаете что? Мне кажется, что база получится какая-то просто коробка. Ничего себе. Вот это заявочка на самом деле. Вот это заявочка, Нубик. Вот это неприятно сейчас было что-то. Ты что делаешь, что? Он вообще ко мне, прикинь, ломает все у меня. А что это? Вообще. Блок кривой там стоял. Какой блок кривой? Это для дверей я выделил территорию, чтобы двойные двери поставить вообще-то. Блок кривой. Чего? Чего он смеется?
Нубик же это у нас Нубик. Нубик, ты чё смеешься? Я хочу, чтобы меня тоже перекосило. Так ты и так косой, куда тебе еще больше? Ты издеваешься, что ли? Тебя кто замечает, они думают, либо с ними непорядок, либо с тобой непорядок какой-то. Но это реально с тобой что-то не то происходит постоянно. Радуйся, что ты хотя бы настолько перекошенный сегодня, а не еще больше как-нибудь. Так, ладно. Короче, все, полетели. Сутками, вот именно. Сутками там все это сидит. Ну, так ну хорош, что уже запарил. Честное слово, сбиваешь с толку прям очень сильно на самом деле. Вот сегодня совсем ненормальный окончательно. Прям максимально. Еды достать не может, вообще ничего не может сделать, короче. Бесполезный какой-то. Так, все, это вот такая штука. Что-то у меня какая-то не очень прикольная. Мне как-то не особо нравится то, что у меня получается. Но хотя бы больше, чем у вас на самом деле. Слушай, ну мне, честно говоря, на одну как бы меня, там, большую базу я не вижу. Ну, на одного человека, в принципе, да, у нас базы неплохие получаются. Ну, чё-то не хватает, короче, не знаю. По крайней мере, мне как будто бы что-то не хватает, и, видимо, да, интерьер еще гигантское количество у нас. Что случилось? Да я тут не туда поставила. А, нет, туда, все, думала, проход себе закрыла. Нормально. Думала, проход закрыла. Да. Что тут еще можно сделать? Ты так, как бабушка говоришь. За территорию я выйти не могу. А ты еще знаешь, как Леска говоришь? Ты так вот говоришь. Ну, блин, сейчас только ты так говоришь, на самом деле. У тебя база какая-то фиговая получается пока что. Ты говоришь? Да, смотри, ты за мной можешь через стекло наблюдать и смотреть, как я уже тут кухонку себе строю, как бы. А холодильник ставлю. Так, и так далее. Да-да, Нубик, завидую, я уже себе практически базу построила, ты себе вообще ничего еще не сделал, у тебя нифига не готова, база некрасивая, кривая, всякая такая, и так далее. Так, у меня компьютер будет стоять с этой стороны, кстати, у меня три монитора, а третий монитор мне даже поставить физически тут негде. Что мне с ним делать-то здесь? Я не знаю. Я на системный блок его поставлю. О, вот так идеально будет. Так, стульчик у меня здесь, вот сюда. Так, и на минус первый этаж я сделаю себе ванную, душевую комнату всякую. Так, придется только душевую лейку сюда посадить, получается. Так, тубзик здесь. Так, раковина тогда будет у нас здесь. И все получается. Слушайте, у меня даже весь интерьер закончился, можно сказать. И у меня получилась маленькая, но хорошая база против цунами, как по мне. Так, вот. Сейчас у меня пока ничего. Можно, конечно, какой-нибудь декор еще добавить снаружи, чтобы какие-то элементы были, но что-то такое себе. Давайте на желтую линию можно заступать, если что. Вот на эту полосу, которая идет. Ладно, давай. Если хочу объемности придать своей базе, чтобы как-нибудь оригинальности, что ли, какое-то было. Так, сейчас Нубик, у тебя будет оригинальность твоей базы? А? Так, вот сюда. Нубик, что замолчал-то? Что там у тебя? Ай. Нубик? А? Что происходит? Ты что там? У тебя все, что ты как сидишь-то непонятно? Нормально. Так, одно сюда, одно сюда. Лучше не спрашивали бы, да? Мне, кстати, нравится, как у Лески получается. У нее какой-то такой двойной этаж. То есть и снизу, и сверху. Правда... Так, короче, у Лески прикольно получается. Мне кажется, у Лески даже внешне как-то выглядит лучше, чем у меня. Правда, немного кривовато, почему-то здесь стекло выглядывает, здесь стекла нет. Сейчас как-то... я снаружи посмотрю, то влево, то вправо. В общем, куда-то. Очень непонятно, как все это выглядит. Короче, давайте я сейчас по-быстрому подготовлю все, что... Ай! Все, что у меня осталось, хотел я сказать. О, что о, мясо, мясо, мясо! У меня мясо появилось. А, молодец, о, Нубик, еда, наконец-то, Нубик, наконец-то на склад вот сбегал. Так, все, наконец-то, посмотрите, а у нас цунами из золота, изумрудов и алмазов. Тройное цунами, посмотрите, сколько здесь цунами? Всего. Я пошел плавать. А я плавать пошел. А, давайте посмотрим реально базу. Давайте базу посмотрим. Давай. Нубик, ну-ка, что у тебя тут получается? Так, заходим сюда. Иду к Нубику. Чё это такое, Нубик, это что? Ты что за какого-то этого, не знаю, какую-то какую построил? Так. Леска, ой, Леска пишет, маленькая какая-то коробка. Леска, идём. Ой, как близко. Так, а Леска даже интерьер не сделал. Всё, я пошел. Да иди ты своим домом, Нубик, я на своей базе посажу, у меня, посижу, вернее, у меня самая крутая база. У меня самая офигительная база, Леска вас накрывает, слышите? Бегите, давайте скорее уже. А что у тебя газ на полу? Леска! Куда закрыл? Ё-моё! Всё, жесть! Нубик оккупировал, Нубик хитростью заманил Леску к себе и занял ее место. Леска, ты понимаешь, что произошло, Леска? Смотри, что творит, ты что своим желтым этим не закрываешь? Я отомщу, Леска, я отомщу за тебя, сейчас у меня план есть. Чё, кто кричит? Он застрял там. Это я!
опять! Где застрял? Он застрял в моем доме. Кто в смысле? В смысле? А зачем застрял? Ты забаррикадировался-то сам? Он зашел и застрял. Сейчас я его отомщу. Погоди, а где он тут? Я его да не где вижу. Вы все-то? Я никого не вижу. Ну, Леска, что у тебя за базу дурацкая? Я сейчас вот это, сам задохнусь на твоей базе. В смысле? Я сделал подземный... Я сделал подземный подход, короче, к твоей базе, и я зашел. Подожди, к домику, но что-то я его там не заметил. Вот что ты орешь? Слушай, совсем сдурел, что ли? Вообще ненормальный какой-то. Капец, блин. Я всплываю. Совсем неуравновешенный какой-то, честное слово. Леска, я его забью. Есть, все, Нубик, ты пошел этот, иди погуляй немного. Леска, мы его сделали. Знаешь, что, Леска, знаешь, что он сделал? Что? Он залез к тебе, то есть он выманил тебя, залез к тебе на базу. Да. Затем я решил сделать подземный подкоп к тебе на базе, посмотреть, что у тебя происходит, и Нубика спасти. А он за это время незаметно прибежал через мой проход, и в итоге сам оказался на моей базе, и сам меня ничего чуть не выгнал себе, только вот что. Ты жулик, а настоящий вообще. Леска, давай ко мне на базу, иди тогда, ты где? Я наверху плаваю сейчас. А там дышать ну есть ладно чем? Тогда. У меня, да, пока что есть чем дышать, здесь все есть, по-моему. Я к тебе иду. Давай спускайся сюда, да, тут все нормально. Нубика не пускаем. Нубика не пускаем вообще ни в коем случае. Подожди, как зайти? Это дверь? А, вижу, все. Да, все. Закрывать надо? Давай закрываем, все, закрываем, все, нормально. Все, смотри, как раз таки ты не видела. У меня компьютер стоит. А где Нубик, кстати? Нубик. Я тут! Давай, где он? Давай мочить его. Я боюсь его. Его валить надо отсюда, он как маньяк какой-то идет сюда, посмотри. Вот здесь все, что от Нубика осталось, короче. Давай скорее прятаться от него. Так, вот я штуку убираю. Правда, лейка не поместилась, но... Короче, вот а так придется. А что, так можно мыться нормально? Лежа, боком... Ну, сна положиться, да, вот так вот, короче, и вот так вот. Слышала? Ты чё слышишь? Он идёт, Леска. Мочи его. Слышь? А, нет, всё нормально. Пошел отсюда, Нубик. Вообще, смотри, он сломал мою базу. Затопила, Нубик. Ты что наделал? Ты чего сделал? Он базу мою сломал. Ну, всё, я с ним... Как там? Как? Леска, давай, сейчас я сделаю. Слева, слева обходи, ставь сюда блоки прямо на проход, сюда. Так, слева заградил. Ой. Так, справа, 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 плыву. Я не могу зацепиться вообще никуда. Сейчас, так, погоди. Все. Не вижу, где там пробоина. Нет, я не вижу. Я тоже не вижу, короче, сейчас, походу все окончательно затопил. Ставь. Ну что он делает? Он совсем есть, офигел есть, уже, что все, ли? Все нормально сейчас. Все есть, плыву, нормально сейчас вот эту всю воду. Нубик, ну все. Ты что такое? Нубик, базу? Все, не иди сюда. Не иди сюда, понял? Мы с тобой больше не дружим. Офигел совсем. Взял, сломал всю базу. Все затопилось, тут вода теперь. Внизу сочится. Так, все, это все нормально. Все. А нет, смотри-ка. Все, ладно, мы здесь сидим, Нубик сюда не пустим. Вот это да. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Думайте сами, решайте сами, у кого лучше база получилась, но думаю то, что Нубик сегодня уж совсем офигел. Так что он опять идет, видимо. В общем, друзья, на связи был Жадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Он где-то рядом. Нубик обезумел совсем.